Здравствуйте, будущие действующие паладины. Человек чести всегда благороден. Благородство – это высокая нравственность, честность, великодушие, рыцарство, возвышенность и святость. Паладины благородны, благой род, по праву рождения, как продолжатели древних родов. Низкие поступки могут лишить человека благородства. Однако любой человек может поступать благородно. Человек несовершенен, он может ошибаться. Источником благородства является Бог. Атеисты не верят в Бога, поэтому неблагородны. Бесогоны погрязли во лжи и притворстве, они неблагородны. Паладины обязаны стараться быть благородными всегда. Честь имею.